Здравствуйте, ребят! Сегодня я вам покажу, как смотреть видео на английском языке с автоматическим техническим переводом. Загружаем браузер Яндекс, и в этом браузере заходим в YouTube и выбираем видео, которое вам надо, ставим ссылку. И мы видим вот здесь вот такой вот значок «включить». Но это только в браузере Яндекс можно делать. Нажимаем «включить» и включаем видео. Трендстандер – это глобальная платформа криптотокенов. Вот мы видим, что мы уже должны идет создать первую в своем роде умную формулу перевод. Блокчейне Tron. Мы используем программный алгоритм. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.